Раз-раз, контрабас. Игра Факторио. Решили с одним моим другом начать новую сетевую игру. А, стоп. А как это сделать-то? Play, multiplayer, host new game. Host new game. Да-да. Какой у меня IP-адрес? Я не помню. Ладно, сид я поменяю. Не знаю, какой будет. Дефолт. Что это дефолт? Марафон, Death World. Посмотрим, это что такое. О! Вот это! Вот это мой друг имел в виду. Так, ну и ресурсы по умолчанию у меня идут. Все. Железо, медь, камень, уголь, уран, нефть. Деревья тоже ресурсы, но на деревьях можно долго и много возить поездов. Я пью сок виноград яблоко из пятерочки. Так, тут что у нас? Вода, деревья. Скалы. Мостю. Погода. А, биомы, короче. Больше, короче, травы, либо пустыня. Так, а это тип территории. Красная пустыня или песок. Вот так. Ну ладно, дальше. Враги. О! Всякие. А вот так, если. А, вот что меняется. Это что, реплей? Реплей нет. Я на YouTube записываю. На видео записываю. Так, скриншотики. Пригодятся. Так. Экспорт. И чё? Поиграем. Что, default settings? Ну да. А, что за бред? Я же так выбирал, вроде. Ну, дела. Так, так, еще раз скриншотики. Так. Play. О, опять default settings. Что ты будешь делать? Вот так напишу. Так, Max Player 200, публичная, Steam, LAN. Видимость. Пароль надо поставить какой-нибудь. Пароль будет у нас. Какой у нас всегда был пароль? Восьмерка, кажется. Нет, Максом. Паспорт. Я забыл паспорт. Напишу еще раз. Восьмерка. Запишу на бумажке. Так. Tex Bizon Relax, мой ник. 45 минут автосейв. АФК автокик. Никогда. Локомандс. Не знаю. Белый лист.
Активировать белый лист. А, не надо. Бан. Админ лист. Compose. Autosave. No blocking save. Нельзя заблокировать сохранение. Проверять пользователя. Ну ладно, поехали. Сейчас мой друг загружается, приконектится, если получится. Это будет большой часть. У меня нет статического IP-адреса. У меня динамический IP-адрес. Мне его МГТС мой обрубил. Где уголь? Наверху, на севере. Там жуки, ё-моё. Там жуки, там жуки. А еще где уголь? Без угля как? Ха-ха. Никак без угля-то. А там жуки. Ну дела. Черви. А, ну ладно, черви. Может, не будут плеваться? Подонки маленькие. В уголочке поставлю. Один уголь выкопаю, этого хватит. Больше вручную в игре можно не копать уголь. Любое топливо можно больше не копать в игре. Так. О, пауза. Так, сначала, конечно же, оружие. Потом все остальное. Автоматы нам сначала нужны. Автомат в два раза мощнее пистолета. А! Неужели он меня нашел? А! Сундук надо сделать. Железный. О, хорошо. О, так, теперь топлива будет много. Ой, сколько раз мы будем умирать с моим другом. Ой. Пока его нет, я уголь буду копать. Сейчас будут нападать, загрязнение же будет на них распространяться. Сначала надо гнезда вынести, потом бежать к воде, поставить один бойлер. Дерево и медь нужны, чтобы провода сделать. Ну, в общем, сейчас жуки на меня нападут, понятно. И кранты.
О, присоединился. Вау, амазин. Где чат-то? Где чат? Я пишу, пошли убивать червей. Два червя. Там сколько червей? Целая куча червей. Мы их не убьем. Сильно, чат Кей. Забыл все. Через Steam может отправлять сообщение, а так не может. Ну, может ему позвонить, попробовать. Попробую я ему позвонить. Что-то у нас Steam не соединяет почему-то. Голосовой чат попробую. Так, подключается. Смотрим. Подключаемся. Steam не позволяет нам разговаривать. Только печатать можно в чат. А поговорить голосом не можем. Голосовой чат что-то не работает. За санкции, что ли, непонятно. Ну, я жду, в общем. Пока он найдет нужную кнопку, чтобы чатиться в игре. А то мы так по-другому и мы не сможем играть. Надо сообща действовать. Сложный режим мир смерти я создал. Баланс карты такой. Сейчас жуки, если нападут, надо будет от них защищаться пистолетом. Ну, пока они маленькие, пистолетом их можно будет грохнуть. Сейчас загрязнение расползется. Ага, уже расползлось.
Курятина, зубы застряла. Курица дорогая. 200 рублей. Несколько кусочков курицы. Гриль. 200 рублей стоит. Так, купил курицу. 5 дней голодай. Болел я недавно, что-то сейчас, ну сейчас уже лучше себя чувствую. Ой, ты сам забыл. Ну, у меня чат работает, у него не работает. Танк. Танк. Самая последняя кружка была в магазине с дефектом. Вот дефект. Никто ее не хотел брать. Единственная кружка лежала. Недорого. Купил. В Пятерочке. Эта кружка стоила меньше 100 рублей. Года два назад. Ну что, где жуки? Пора уже гнезда убивать, зачищать. В два ствола. Это зарядка моей жены. Скоро она придет и закончится моя игра. Ай! Не может найти. Вот чайник. Кейм, инвентарь. Так, сейчас крафтинг. Ну, гейм, move, close windows. У меня тильда, клавиша тильда. Сейчас найду. Вот, вот это что ли?
Два консоли. Луа консоли. Ну, конечно, он фиг найдет. Да? Точно оно? Ну да. Сейчас я проверю кнопочку. Какую кнопочку попробовать? Она? Вот, да, это она. Вот я сейчас назначил вторую кнопочку. Работает. Ну, найдет он. Уж я ему подсказал. Второй литр сока. До завтра ничего не покупать. А сейчас времени 4. Осталось немножко. Вечер, там спать. Ножницы надо взять, пакетик отрезать. Чтобы сок наливался вот из этой дырочки небольшой, нужно сделать вторую маленькую дырочку вот здесь. Видно? Маленькая дырочка здесь, маленькая дырочка здесь. И сок наливается без булек. Вот так. Ровно наливается. Не булькает. Потому что воздух заходит в пакет через верхнюю дырочку. Вот. Не надо завалить пакет. Ножницы или нож. Ну, что мне пишут? Блин. О, блин. Ну что ты, блин? Оуч. Я ему пишу, ты пиши в Steam, а я буду, и ты читай, что я буду писать в игре, в чате. Ах. Ну что же он не может найти, как вот он так? Зрение у него лучше, чем у меня. Ах. Ну что? Почему не копает? Пауза, что ли? А, пауза. Нет, не пауза. Не понял. Так, что еще мои друзья играют, во что еще? Там, Phantom Wolf, Arma 3, ой, дорогая игра. Zando Gaming Squad играет. Это кто? Без имени. Игрок без имени, ничего себе. Ну ладно. Какие у меня еще игра, друзья?
Друзей много всего, а онлайн что-то мало друзей. Всего лишь 5. Ну, чуть больше. Несколько человек в сети. Все на Роблоксе сидят. Роблокс воистину революционная платформа. Чё он не копает-то? Чё за ерунда? Ладно, будем писать. Справа налево пишу. Солер нозиб. Стрелочку вверх нажимаю, повторяется чат. Из-за моего изображения видно, сколько угля. 46 угля в майнере. В майнере закончился уголь в этой шахте. Надо его чуть переставить. Так, а я боюсь переставить, там жуки могут напасть. Сундук поставлю. И топливо. Давай, копай. А я все туда скину, в сундук. Если меня убьют, в сундуке все останется. И жуки сломают сундук все равно. Сволочи. Я ему скриншот отправлю, блин. Что ж, я не сообразил. Controls. Games. Lua console. Вот. Я в 12. Скриншот сохранен. Ну и дальше что? Скриншот. Как я его отправлю? А, скриншот. Скриншотов. Сейчас я ему отправлю этот скриншот долбанный. Чат. Окей, чат. Блин. Чё пометить как? Да загрузить, загрузить. Загружаю. И ссылочку ему отправлю на этот скриншот. Что ж, так, как же так общаться? Так. И дальше что? Открыть сообщество, наверное.
Так, ссылку теперь найти. А? Опа. О. Вот, увидит, может. Теперь. Так, о, избранная. Поделиться. Скопировать. Ну. Выделил. Копировать. Ставить. Штырку в конце. Ай! Вот так, может, найдет. Что ж ты будешь делать? О, Твиттер, я в Твиттере недавно зарегистрировался. Вчера или позавчера. Reddit, не знаю, что такое. Наверное, так это написать надо. Отправить. Кет. Прикольно. Ну а редактировать как? Не ту... Блин. Редактировать. А! Что ты будешь делать? Назад. Сейчас бинт. О, где комментарии? Я его удалю, что ли? Кто? Чат. Наверное, так-то пишется. Отправить. О. Это можно... О! Написал, походу. Походу пишет. Нашел. Наконец-то. Кнопку. Видел мой скриншот? Я сейчас спрашиваю. Ага, увидел скриншот и наконец-то нашел. О! Ой! О, блин. Теперь мне надо привыкать к этому. Все, кошка, не мешай. Подонки, не плюйтесь в меня! А, нет. Это нам не надо. Да, это надо, это надо, это надо. Ой. Это не надо? Ой. Вот так, вот так. Надеюсь, не нападут. Сволочь, где они? Совсем рядом.
С. С. Блин, ой, матом ругаюсь. Не могу привыкнуть к этим кнопкам. Я вам пишу, нужно немножко меди, и мы сделаем энергию электрическую. Чё, он камень нашел, и чё? Эх, не вижу, надо свет включить. Клавиш чё-то не вижу, а меня будет видно? Нет. А, о, о, о! Вон. В сундуке 24 камня, чё тебе? Прыг на всё готовенькое. Так. О, помогать надо. Попробую помочь ему. А, если меня не убьют. А, гады, гады. Помогите мне. Помогите мне. А, он меня. Они меня сейчас убьют. Ну ладно. Сейчас распомнимся. Конечно. Уровень сложный. Вот вечно он нападает, напигает. Вот камень бесплатный, вот берешь, вот не надо нападать ни на кого. Нам много камня для начала не надо. Вон камень.
Так, ну ладно. Пока Рагамуффин. Рагамаффин. Стив. Пока он там беснуется. Что он там делает-то? Дерево рубит. Ну пусть рубит. А. Ага, он зачем-то хочет там шахту поставить. Майнер хочет там поставить. Куча камней сейчас не нужна на старте. Это что? О, тело. О, тело можно подобрать. Как хорошо. О, я и свое тело подберу. Где-то оно тут валяется. Где оно? Не вижу. Нету моего тела. Так. Сколько у меня гуля... О, больше двух стеков. Пойду за медью. Медь возьму. Сейчас я ему напишу, что я нашел его тело. По-английски. Русского он и не знает. Так. Печка. Все, немножко угля. Сейчас будет медь. И бутылочки можно будет красненькие сделать. 10 штучек. 10 меди надо единиц, чтобы сделать 10 бутылочек. Для исследований. Потом лабораторию. А ну, бойлер. Паровая машина. Паровой. Паровая турбина. Чего он красный? Ник красный. Ну-ка, дай-ка я в тебя стрельну. Хе-хе. Я в тебя стрельнул. Не знает как. Вот так. Кнопочка С. Кольцо видишь? Спрашиваю. Кольцо апгрейда можно поменять на стальную печку. Каменную печь можно поменять на стальную. Наверное, с помощью строительного робота. Это команда на апгрейд для наших строительных роботов. Я написал. Чё, ничего не пишет? Так, теперь бойлер. А. Так, я сделаю бойлер. Так, эту штуку. Бойлер. Паровую машину. Провода.
Так, я ему написал, что нужно сделать лабораторию, но он меня не понял. Он не будет ее делать сейчас. Он будет смотреть, что делаю я. А, труба нужна. Дай. Вот так вот. Ага. И... Опа, ломают что-то, гады нам. Сволочи что-то ломают. Что сломали? Неужели чемодан? А, ну... Мы остались без железа со Стивом. Так, 5 труб сделаю. Так, трубы пар есть. Так, немножко искричества. Топливо. Топливо есть. Медь нужна. Так. А, и этих немножко. Ну где он? Сундук взял, мог бы скинуть на землю. Сейчас я ему скину, сейчас он увидит. О, бутылки сделал, молодец. Чтобы сбросить какой-нибудь предмет, нужно нажать кнопочку Z. Все, лаборатория заработает сейчас. Кул. Сейчас будет у нас автоматы. Да, старт непростой. Ресурсы на юге есть. Рыбку надо ловить. Три рыбки восстанавливают все здоровье. 100%. Куда поплыла? Иди сюда, рыбка. А, о, близко, ты, смотри, не очень далеко. Поймаю. О, еще рыба. Ловим правой кнопочкой мышки, я ловлю рыбу. Thank you.
Говорит, ужасно выглядят конвейеры. Но я пишу, но реалистично. О, есть! Мы сейчас будем делать автоматы. Так, это мне что дает? Конвейер. Да, это нужно. Пушки сначала. Лет сначала. А я не знаю, все нам нужно. И сталь нужна. О, это дешевле. Что он пишет? Так, он пошел копать, видимо. А я чуть не нарвался на жуков противных, которые будут нападать. Все разрушили. Писец. Он ушел куда-то. Ладно. Печку надо сделать. Одну штучку. Ну, сделаю, может быть. Сундучок. Деревянный. Так, 60 руды накопаю. А, да, 60 руды. 60. 60. 2. Так, свет. Что дает? Лампочки нам сейчас не нужны. Стены. Это не надо сейчас. Броня. Долго. И дорого. Так. Окей.
Защищаемся от жуков. Сейчас, если нападут. А, не нападут. Потому что они чувствуют загрязнение. Красную зону. Я заберу первым. Есть. Так, пистолет мне уже не нужен. У меня теперь два пистолета. Сейчас узнаешь, как это стреляет. Вот как. Эффективнее гораздо. Так. Он говорит, нужна медь. Я ему говорю, переместить нужно эту печку, чтобы сделать медь. Так. О! Тут игроку можно передать уже вещи. О! Как так? Опа-на! Ничего себе, ему все можно передать. О, я ему рыбку мою. Все, бойлер грохнули наш. Патронов нет. Так, мы идем к камням. Где наши камни вон?
здесь. А. Все сломали. Пипец. Так, что нам надо? Бутылочки? Так, что нужно? Бойлер. Вот безопасная точка сравнительно с железной рудой. Я пишу, что нужно железо для красных бутылок и патронов. Так, угля мало. Дерево. Да. Тяжелый режим игры. Так, рыбку сюда. Ступики.
Так, а майнер я смогу сделать? Железного. Да. Поначалу надо все майнить, видимо, руками. Потому что майнеры, даже электрические, они загрязняют воздух. А значит, приманивает жуков. Да, да, вдвоем тяжело играть. Вот он. Попробую его убить. Поменял исследование на башне. Для башен. Что он показывает? Что он показывает? Ай. Ага. Ну ладно. Говорит, есть железо. Ну посмотрим. Там нужен град из пуль для такого количества жуков. Но он пока этого не осознает. Железа там не хватит. Говорит, башня лучше. Лучше, чем броня. Ну-ну. И дешевле. А, ну ладно. А, дешевле. Исследование дешевле на башне. На эти, как они называются, пушки. Пушки. Сейчас стек угля отнесу. Так, сейчас бегу, отнесу ему угля. Музыка классная. Ну и скоро моя жена придет, закончится моя игра. О, а где он взял столько угля? Я побежал за углем, я пишу. I go for coal. Coal. Что он пишет? Отлично. Ну-ну. Он говорит, возьми, добудь меди, если получится. На, просто сколько надо. Как можно больше, ответ не подходит.
А, он пошел за... за медиа, говорит. Давай, иди. Ага. Говорит, нужен майнер. Я ему пишу, не использую майнеры. Говорит, нужен майнер. Ну, на него нападут, его сломают. Так, угля сейчас так будет у меня. Я ему говорю, сделай электрический майнер. Он говорит, уже готово. Я имею провод. Я пишу, что у меня есть провода. Ты мимо пробежал. Черт. Приоритетов вообще. Так, у Стива нет приоритета такого. Хочет прям эти пушки поставить оборонные. Сначала-то майнер нужен. Пипец. Пипец. Мы все потеряли опять. Все железо потеряли. Ну, конец. Кранты нам. Руками надо копать. Мужики все сломали. Что надо иметь? Кучу угля потеряли. О! Он бутылочки сделал. Для пушек оборонных. Что он творил? Кошмар. Ну все, а теперь сталь и броня.
Так. Сейчас у нас будет электричество лучше. Так тебе. Так тебе. Так тебе. В печке. Ну что, буду читерить. Я забыл пулемет. Пулемет не сбросил. А! Что я натворил? Бесплатные патроны. Так, после смерти мне дают 10 патронов, 10 обоим. Но я забыл пулемет свой сбросить, а он стоит 30 железа. Кошмар. 30 железа, делим на 4, 8 обоим. Так. А, вот медь есть. Ну, я сейчас я сделаю. Так, патроны я сделаю. Так, ой, пистолет сбросить. Пистолет не нужен. Так, патроны беру сейчас. А, ну патроны я взял. 20 обоим у меня теперь есть. Пулемет сделал. Я ему написал, принеси медную руду сюда. Печку. Печку надо сделать. Из камней. Сломается. Почините, железо тратить. Новую. Сделаем. Ну, потом.
А паузу как делать? Это не пауза. А, есть кнопочка. Кнопочка пауза есть. Так, посмотрю, что он там делает. Ерундой занимается, наверное. Он использует все равно эти угольные майнеры. Они неэффективные. Так, что надо? Дерево и руда. О, не понял. Так, это я возьму. Сейчас я сделаю майнеры. Что же он не понимает таких вещей? Так, мне нужно дерево. Дерево, дерево сейчас возьму. Так. Два майнера хватит. А, вот. Провода сейчас я сделаю. Отнесу к ним провода. Ну, что там? Что там? Нападают, нападают. А, пушками защищается. Ну, молодец. Такую толпу жуков двумя пушками не защитишь. Ладно, буду. Ой, я уже в туалет хочу. Писать хочу. Отойти не могу. Сетевая игра. У него нет патронов. Так, я ему пишу, нужно создать броню, уничтожить все ближайшие гнезда, чтобы остановить атаки. Уголь. Угля у меня нет. Здесь угля нет. Ой. Так, он меня зовет, но он не знает последствий, что я все с собой заберу. Посмотрим причину, зачем он меня зовет. Позвал меня. Брынк говорит, принеси железо. Я все принесу. Жукам не оставлю. Они же все сломают, сожрут. Гады.
Так. Так, ну я извинился, простит меня, надеюсь. Говорит, пошли атаковать. Смешной. Возьмем майнеры. Так. Так, я ему пишу, я сделаю себе броню. А где железо? Я взял, что ли? Так, я вам пишу, что у меня нет брони. Так, спрашивают, нужны патроны. Я говорю, у меня только 20. Мало 20. Да, давно не играл. Факторио. Тейк. Что тейк? А, во. Ай, взял. Патронов мало. Подонки. Сдохните, уроды. Жуки противные. Так. А, ну у меня патроны закончились. Теперь он стреляет. Угу. Стреляй. И у него закончились патроны. Без топлива там не можем ничего добывать. Так, где у нас уголь? А, там. Уголь там.
О, он мне дал патроны, кажется. Я думал, что первую броню нужно открытие делать, чтобы броню делать первую. Оказывается, она без открытия делается, без научных исследований. Что-то жены долго нет моей. Обещала быть через 1.5 часа. А я в игре уже долго. Полтора часа в игре. Все, я ему говорю, что я в туалет пошел. Так, все, сохраняюсь. Сохранился. Останавливаю запись.